Офис Джет. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналия, и сегодня у нас будет продолжение прохождения сюжетной линии в Ярхейме, связанной с поиском Германа. Мы каждый день без устали приходили сюда, работали, делали задания на конюшне, уход и ежедневные скачки, и таким образом мы выполнили аж двойную репутацию, которую сегодня будем проходить. Но начнем мы с заданий, которые нам ждет и жаждет выдать Стейн. Так, пока мы выполняли, как раз у нас появилось еще задание «Помоги в работе в конюшне». Давайте мы вначале начнем с него, а потом уже вернемся к сюжетной линии. «Привет, Джессика! Ты хочешь помочь мне опять животными? Как хорошо! Ты такая добрая! Я думаю, что ты понравишься Герману. Он, наверное, видел тебя, когда ты была здесь». Эх, или слышала о тебе, когда ты говорила по телефону с Джоанной. Он ведь в отпуске. Но как там ни было, очень хорошо с твоей стороны, что ты помогла мне сегодня. Можешь рассказать об этом Джоанне, а то она подумает, что я лентяйничаю. Хорошо, приходи затем ко мне обратно. Нам нужно поговорить с Джоанной. Так что ты поможешь Стэну с животными? Хорошо, только чтобы ты была добросовестной и не ленилась. Иди и поговори опять со Стейном, Джессика. У нас появились ежедневные задания, которые могли бы упростить мне выполнение прокачки репутации, но я не выполняла все желтые задания без прохождения, поэтому сейчас они стали нам доступны. Теперь переходим к сюжетной линии. Джессика, мне кажется, что за это время, пока мы работали вместе, мы стали друзьями. Я обещал Герману ничего не говорить, но я доверяю тебе, и если ты на самом деле хочешь встретить его, то я могу рассказать, где он находится. Он в отпуске не совсем далеко, а очень близко. Только несколько метров отсюда. Он не уезжал далеко в отпуск. Он спрятался в своем доме, чтобы не встречать Джека и работать над каким-то проектом. Я знаю, очень хитро. Он открывает двери, только если стучаться тайным стуком по двери. Сделай вот так. Постучи 3 раза вот таким образом. Да, правильно. Постучи, как я научил тебя, и Герман наверняка уж откроет дверь. Нужно постучаться в дверь дома. Нужно оставить лошадку у входа. Тебе чего, Стейн? Кто ты такая? Откуда ты знаешь секретный стук? Так что в конце концов Стейн рассказал тебе, где я был. Да, это неизбежно. Ну, что ты хотела? Взять на себя должность Джека в качестве мэра? Я не успею и не хочу быть мэром. Эти 3 больших семейных клана, живущих здесь вокруг, могут и сами организовать все это. А сам я занимаюсь очень серьезными делами. Понимаешь ли, здесь, похоже, не все в порядке. Джет затеял какой-то большой коварный проект здесь. Подожди, мы не можем говорить здесь. Ты ведь никогда не можешь знать, кто подслушивает. Пошли, я объясню подробнее. Нужно зайти в дом и поговорить с Германом. Могу ли я тебе доверять? Я думаю, что да. Чувствуется, что ты обладаешь внутренней силой. Силой, о которой я уже знаю. Как тебя зовут? Джессика? Очень красивое имя. Так вот, я доверюсь моим чувствам и верю в тебя. Мне нужна помощь в разгадке одной тайны. Куда же на самом деле подевалась мэр Эвелин? Джессика, здесь в селе Урожайном происходит сейчас много странных вещей. Джет находится в разгаре какого-то большого секретного проекта. Ты, возможно, видела, как они собирают образцы здесь. Я уверен, что исчезновение мэра Эвелин связано каким-то образом с ними. Все совпадает. Но, увы, у меня нет на это доказательств.
поэтому мне нужна будет твоя помощь. Так вот, Джессика, Джет каким-то образом получил разрешение на разведку полезных ископаемых вокруг Ярлахейма. Как они получили на это лицензию, я не знаю, но это не могло быть просто так. Это определенно что-то связанное с незаконным бизнесом, и они также замешаны в исчезновении мэра Эвелин, хотя я не знаю точно каким. Начальница Джет Ярлхейме, мисс Драки, крайне подозрительна по отношению ко мне и избегает меня, как чумы. Но тебя она не знает. Ты понимаешь, что я имею в виду? Ты как новичок уж точно сможешь втереться к ней в доверие и узнать, чем они занимаются здесь вокруг. Ты хочешь помочь мне узнать, чем занимается Джет в селе Урожайном? Чего они хотят на самом деле? И как они замешаны в исчезновении Эвелин? Ты поможешь мне? Хорошо. Поезжай и поговори с мисс Драки. Может, ты сможешь устроиться у нее на работу? Удачи тебе! Скачи и поговори с мисс Драки в Ярлахейм. Офис Джет находится в Ярлахейме на втором ярусе города, подняться по которому можно по данной лестнице. Устроиться здесь на работу? Ты? Ой, подожди, дай мне только утереть слезы. Ты хочешь работать в Джет? Да, но мы не принимаем на работу слабаков. У нас должны работать по-настоящему крепкие и жестокие люди. Что? Ты крепкая и жестокая? Смогла бы ты предать своих друзей и не повысить им зарплату, обмануть пенсионеров с их последними деньгами для более высоких бонусов, сравнять с землей природный заповедник за бесплатный обед? Ты могла бы? Я сделала это все, когда была примерно в твоем возрасте. Может быть, ты просто та, которую я искала. Хорошо. Ты должна будешь пройти стандартный тест Джет для тех, кто ищет у нас работу. Если ты справишься с этим, то получишь работу с испытательным сроком. Тогда мы начнем сейчас. Готова? Ответь на вопросы. Один из твоих работников опоздал на 5 минут. Он говорит, что он был вынужден срочно отвезти свою бабушку в больницу. Что ты сделаешь? Уволь его прямо на месте. Уволь его и подай на него в суд за потерянную прибыль. Уволь его и подай на него и на... Уволь его, подай на него и его бабушку в суд за все вот это. Ты получаешь бонус, если ты увеличишь прибыль своего отделения. Как ты это сделаешь? Ты увольняешь работников, чтобы повысить прибыль за счет невыплаты зарплаты. Старая земледельческая ферма находится на залежах минералов. Как ты добудешь эти минералы? Ты отравляешь их скот, держишь их ферму на карантине, и когда владельцы разоряются, выкупаешь все это за дешевку. Какой твой любимый цвет? Зеленый, как деньги. Ой, у тебя получен великолепный результат. Я никогда не встречала такого жестокого и злого человека, как ты, Джессика. Неужели это правда? Поздравляю, это так прекрасно. Я научу тебя всему, что я могу. Но если ты подведешь меня, я буду преследовать тебя до конца света. Не забудь это. Никто не сможет обмануть мисс Драки. Одень эту одежду. Все, кто работает в Джет, должны выглядеть профессионально. И как начинающий работник, ты будешь работать без зарплаты. Но это ведь естественно. Если что, данную одежду носить не обязательно. Теперь у нас будут ежедневные задания после выполнения вот этих базовых. Мы должны всегда следить, чтобы наши работники выполняли свою работу. Того, кто не будет это делать, надо немедленно уволить. Езжай на исследовательскую станцию Альфа и посмотри, как они работают там. Дай мне потом отчет. Разоблачи лентяев, которые берут перерыв, обедают или ходят в туалет. И тогда я научу тебя, как надо увольнять людей самым лучшим способом. Ха, это я люблю делать. Никто не может заставить плакать людей так хорошо, как я.
Давайте возьмем сразу все задания. Коллекция минералов. Наше исследование Джессика не дало нам какого-либо результата. Мы должны как можно скорее найти ценные металлы или минералы, а то руководство уволит меня. И не забывай, если меня уволят, уволят и тебя. Руководство безжалостное, если они уволят меня, то моя жизнь и жизнь работников Джет будет навечно испорчена. Найти таких бессердечных, как руководство Джет, просто невозможно. Ты думаешь отвезти пробы минералов, когда ты их найдешь к Герману вместо мисс Драки? Сообщение для начальника. Как ты видишь, наш проект здесь, в Ярлахейме, не совсем удачен. Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы получить результаты. Возьми вот это очень угрожающее письмо, которое я сочинила, и отвези его начальнику исследовательской станции Альфа. Когда он прочитает его, то будет гарантированно работать лучше, чтобы не получить увольнение. Ха-ха, он будет давить на своих работников еще сильнее, чем раньше. Я обожаю запускать такую цепную реакцию. Это так кстати, что у Джет нет страховки здоровья для своих работников. В противном случае мы должны были бы платить за все повреждения, которые они получат при более жестокой работе. Это звучит так красиво, что даже растрогалась до слез. Мы отправляемся на станцию Альфа, которая находится ниже конюшни Юрлика, и выполняем все три задания. В случае с выполнением ежедневных заданий у мисс Драки, советую всегда брать все три задания разом, ибо они выполняются на одной станции вместе. Это проверка и доклад с отчетом, сбор минералов, а также передать угрожающее письмо. Что ты хочешь? Письмо от мисс Драки? Расскажи, что мы будем работать еще лучше. Она не должна беспокоиться, пусть только доверится мне. Да, если она уволит меня, то попроси ее изменить это решение. Она не будет использовать свои связи, чтобы выгнать моих детей из школы. Нужно просто проезжать мимо рабочих. А в случае с минералами нужно остановиться, слезть с лошади и взять образец. Ты выполнил все задания. Теперь, следуя твоему плану, ты должен отвезти минералы к Герману вместо мисс Драки, а отчет и сообщение о выполнении задания тоже нужно доставить мисс Драки. Джессика, ты разузнала что-нибудь? Они ищут драгоценные минералы, но ничего еще не нашли? Ха, у меня есть идея. А теперь мы хорошенько обманем мисс Драки. Вот как мы сделаем. Я поменяю эти пробы на щебенку из щебенистой дорожки конюшни. Видите, маленькие камушки совсем бесценные. Отвези их мисс Драки и послушай, что она на это скажет.
Если вы не читаете диалоги, которые я озвучиваю, то, возможно, вы и не заметили, что, оказывается, Ярлхейм правильно произносится Ярлахейм с буквы А. Но в случае того, что многие просто проглатывают эту букву, все слышат название города как Ярлхейм. Но суть в том, что когда-то разработчики в русской локализации накосячили с переводом, и вместо Ярлахейма город назывался Ярлхейм. Ты вернулась обратно? Докладывай. Все работали как положено? Да, очень жаль, я предвкушала уволить кого-нибудь сегодня. У тебя есть образцы минералов? Хорошо. Тогда я пошлю их на анализ в нашу лабораторию. Надеюсь, что мы обнаружим что-нибудь. Руководство становится нетерпеливым. Ну, Джессика, как тебе здесь нравится в Джет? Утоляется ли твое темное сердце от страданий, которые ты распространяешь? Правда же, это так прекрасно! У тебя действительно есть большие способности, и я хотела бы сделать тебя своим ассистентом. Но пока у тебя мало опыта. Если ты будешь продолжать в том же духе, то получишь скоро эту должность. Старайся, ты мне нравишься, но если ты подведешь меня, я испорчу твою жизнь. Но для начала ты можешь привезти мне кофе из кафе Stablebugs. Также во всех диалогах Ярлахейм не склоняется. Но чтобы вам было привычнее и комфортнее слышать название города, я его склоняю. В Ярлахейме, в Ярлахейм, у Ярлахейма. Но в силу того, что я несколько лет называла город без буквы А, к сожалению, переучиться я уже не смогу. Или же буду постоянно себя поправлять. Кофе для мисс Драки? Глык. Подожди, я сделаю это немедленно. Ух, надо сосредоточиться. Я должна сделать его точно так, как она любит. Ты понимаешь? В противном случае она угрожала снести кафе, сравнять с землей и сделать на его месте мусорную станцию. Так что не мешай мне. Вот тебе кофе мисс Драки. Оно черное, без всякого сахара и молока. Прямо такое, как она обычно хочет. Поторопись к ней назад. Также русская локализация очень сильно хромает в диалогах, поэтому мне периодически приходится перестраивать предложения для лучшего звучания. Да, я попробую кофе. По-настоящему горькое и с пригорелым вкусом. Прекрасно. Джессика, с сегодняшнего дня я буду давать тебе задания, которые ты должна будешь выполнять каждый день. Исполняя их, тогда я, может быть, назначу тебя своим ассистентом. Мне нужен новый, потому что предыдущий забыл, что я пью кофе без молока, и я уволила его и выкинула его семью из их семейного хозяйства. Ха-ха-ха, вот были времена. Не забывай, Джессика, что я люблю кофе черным, такое, как мое сердце. Теперь у мисс Драки доступно повышение репутации и ежедневные три задания с проверкой станции либо гамма, или альфа. Выполняй их каждый день, прокачивай репутацию, чтобы открыть задание на одну ступеньку выше. Это нужно для прокачки основной сюжетной линии.
Мы закончили задание, которое нам давала мисс Драки. Думаю, теперь мы можем вернуться на конюшню Юрвика и быстренько выполнить желтое задание, которое мы там открыли. Оно связано со скачками. Также на конюшне Юрвика появилось еще одно задание. Оно связано со сбором осликов, но пока что мы его трогать не будем. Джессика, привет! Ты уже успела заявить о себе в конюшне Юрвика? Не хочешь попробовать свои силы в новом испытании? Хочешь? Отлично! Я организовала новую гонку. Думаю, тебе понравится. Она сложнее, чем обычные испытания, но в этом весь смысл. Мне давно хотелось устроить соревнование, достойное лучших наездников. Что скажешь, готова испытать себя в элитном соревновании конюшни Юрвика? Ой, на самом деле великолепная скачка. Скажи мне, когда ты захочешь соревноваться еще раз. Теперь на конюшне Юрвика доступны две скачки. Гонки конюшни Юрвика и элитные соревнования конюшни Юрвика. За обычную гонку вам будут давать 20 шиллингов Юрвика, 100 опыта лошади и 15 опыта в конюшню Юрвика. В то время за элитные соревнования вы будете получать те же 20 шиллингов, 100 опыта лошади и тоже 15 единиц опыта конюшни Юрвика. На этом данное прохождение подошло к концу. Нам предстоит очень много работы, чтобы добиться уважения и также доверия со стороны мисс Драки. Придется очень много бегать, выполнять задания на станциях, докладывать отчеты, ну и также что-то передавать Герману. Это займет какое-то время. Но думаю, в следующий раз пора познакомиться уже с другой локацией и немножечко отдохнуть от Йерлхейма. А на этом все, и я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам и до встречи в следующем прохождении.